Новые возможности в диагностике заболеваний, успех в лечении. В Буйской центральной районной больнице установлено и запущено в работу новое оборудование – современнейший видеогастроэндоскоп. Высокотехнологичный аппарат даст возможность более точно диагностировать болезни верхних отделов желудочно-кишечного тракта, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Увеличенное в несколько раз изображение любого обследуемого врачом участка будет выводиться на экран монитора, что позволит специалистам медикам досконально изучить ситуацию и поставить точный диагноз. Новый видеогастроэндоскоп стоит почти 1 миллион 600 тысяч рублей. Применение аппарата в медицинской практике позволит большому количеству людей сохранить здоровье, а кому-то и спасти жизнь. Оборудование закупили из средств нормированного страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования. Закупка плановая, утвержденная Департаментом здравоохранения Костромской области. Оборудование старое устаревает, имеет свой износ. Конечно, качество оставляет желать лучшим, но в связи с этим было закуплено новое оборудование. Мы проучили еще одного врача-хирурга эндоскопии. Теперь они будут работать у нас вдвоем на этой аппаратуре, что позволит значительно улучшить, ну, во-первых, и качество, а также, наверное, ту потребность, которая нужна для жителей, для пациентов Буйского района. Старое оборудование, конечно, устарело просто морально даже. Нисколько, так сказать, физически, больше морально. То есть сейчас уже везде повсеместно практически используется видеоэндоскопия. Диагностируется большинство заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Также раньше мы смотрели, так сказать, глазом в окуляр, то есть и визуализация значительно была хуже. Теперь все выводится полностью на монитор, то есть в увеличенном все размере, то есть и можно рассматривать более, так сказать, мелкие детали, более точно диагностировать заболевания, выявлять в том числе онкологические заболевания на более ранних стадиях. То есть значительно, конечно, улучшают качество диагностики. Современные гастроскопы, то есть вот 9-миллиметровые стандартно, есть более тонкие детские гастроскопы, 9-миллиметровый, он никаких, так сказать, в общем-то, затруднений для прохождения вхождение в пищевод абсолютно нет, то есть это чисто только психологическое, то есть страх или боязнь пациента перед, так сказать, такой вот трубкой, а на самом деле, то есть никаких проблем нет. Качество визуализации, изображения, то есть осмотра детального, более детального, здесь, конечно, намного лучше. Планов у нас, конечно, много, желаний у нас очень много, нам нужно приводить все в соответствие, согласно там Министерству здравоохранения, Департаменту здравоохранения Костромской области и так далее. Планируем мы много, но по потребности мы стараемся как-то планировать, выделять средства для того, чтобы поддерживать свой автотранспорт, поддерживать свое оборудование в нормализации, чтобы оно использовалось, чтобы оно не простаивало. Как бы, и делать те же самые ремонты, которые ну, должны проходить. И мы должны еще плюсом не просто ремонты, а у нас есть санпины, по которым мы должны соответствовать требованиям. И мы стараемся делать эти ремонты.